Ты еще не знаешь, как смотреть YouTube более удобно? Мы собрали 11 лайфхаков, которые тебе точно помогут. Всем привет! Сейчас я вам покажу, как сделать YouTube еще удобнее, благодаря абсолютно бесплатному расширению для браузера YouClever. Очень неудобно, когда огромные всплывающие кнопки в виде аннотации мешают просмотру. Все аннотации можно отключить одним действием. Всего лишь поставить галочку напротив соответствующего пункта в главном меню расширения. Теперь назойливые аннотации больше никогда не появятся. Вас тоже бесит, что видео начинает играть сразу же при открытии ссылки, хотя нужно было просто почитать или ответить на комментарии. Избежать этого поможет функция «Выключить автовоспроизведение». Теперь воспроизведение начнется только после того, как вы нажмете кнопку Play. Часто открываете несколько видео в разных вкладках? Поставьте галочку напротив пункта «Пауза на новой вкладке», и тогда видео будет воспроизводиться только на активной вкладке, а на всех остальных автоматически поставится на паузу. Не секрет, что белый экран монитора слепит и плохо влияет на зрение. Кликнув на логотип расширения прямо в ролике, можно поменять его на темный фон, который более приятен для глаз. Видео останется в полном размере, под ним будут рекомендованные ролики, а справа комментарии и описание. Надоел темный дизайн? Вернитесь к классическому формату, еще раз нажав на значок. На YouTube видео находится сверху, а комментарии внизу, а иногда хочется смотреть видео и параллельно читать комментарии. Включите функцию «Видео при прокрутке». Теперь можно читать и писать комментарии, не прекращая смотреть видео. Хотите смотреть видео на YouTube только в высоком качестве? А может, хотите сэкономить на трафике и смотреть видео в минимальном качестве? Выбирайте нужное вам качество в меню расширения. И теперь каждый ролик будет воспроизводиться только в этом качестве. А вот эта кнопочка поможет вам сделать скриншот одним кликом, причем в выбранном вами качестве. Многие до сих пор работают или сидят в соцсетях, не зная, в какую сторону приткнуть ролик с YouTube. Чтобы видео не терялось и было постоянно перед глазами, просто кликните по логотипу расширения и выберите пункт в новом окне. Теперь можно даже свернуть браузер, а видео будет в отдельном окне, причем всегда поверх всех остальных окон. Надоело смотреть видео? Просто закройте окно, и все вернется как было. Обычно YouTube на главной странице показывает свои рекомендации. Расширение YouClever поможет сделать главной страницей, например, набирающие популярность видео, или подписки, или творческую студию, а также вы можете вставить свою ссылку и попасть при нажатии на эту кнопку, например, на ваш любимый канал. Если вы что-то ищете на YouTube через поиск, то результаты выдаются в виде списка, а это куча текста и мало видео. Установив волшебное расширение, напротив кнопки «Фильтры» появляются еще две кнопочки, которые позволяют выводить результаты поиска в виде сетки. Как видите, видео в результатах поиска уже гораздо больше. Также эту функцию можно включить из главного меню расширения. У вас есть каналы на YouTube, которые вас раздражают? Блокируйте их одним кликом. Теперь видео из блокированных каналов больше никогда не появится в рекомендациях. Но чтобы заблокировать канал, совсем не обязательно на него заходить. Достаточно просто нажать на крестик на превью любого видео из этого канала, и он сразу же окажется в черном списке. Дополнительно еще можно поставить галочку в настройках напротив пункта «Блокировать видео из черного списка». Теперь даже если вы откроете видео с этого канала по ссылке, то оно не будет воспроизводиться при всем желании. Но если вы передумали, то просто заходите в настройки и удаляете каналы из черного списка. Как вы уже успели заметить, расширение YouClever существенно облегчает жизнь на YouTube. Установить его для браузера Google Chrome можно по ссылке в описании. Также очень скоро это расширение будет доступно для браузеров Opera и Firefox. Устанавливайте это бесплатное расширение и почувствуйте всю свежесть новых возможностей на YouTube.